И снова здравствуйте. Ребята, вы на канале Тихоша, Одесситка в США. Меня зовут Лиля, живу в Америке, имею мастерскую по ремонту одежды. Значит, сегодня будет небольшой мастер-класс. Это джинсы, внутренний карман, на котором образовалась дырочка. Как это сделать быстро и умело? Сейчас я вам покажу. Оставайтесь со мной. Так, ребятки, вот еще один ремонтик такой, не очень большой, не очень затратный по времени. Это на мешковине образовалась вот такая дырочка. Значит, как я буду ремонтировать? Ребята, дырочка приближена к краю мешковины, поэтому сейчас я вот так вот ее удалю. Двойную ткань я беру и отрезаю. Затем беру хлопчатобумажную ткань и вырезаю недостающий отрезок. Итак, я отрезала небольшой кусочек ткани, которая пойдет для мешковины. Теперь подрезаю. Вот так выкладываю, подрезаю, немножечко убираю лишнее. Можно так соизмерить, так еще лучше. Сразу видно, под каким углом. Это мой исчезающий маркер. Наметила. Отрезаем. Здесь немножечко нужно подпороть, чтобы был доступ. Все, я открыла, доступ есть. Теперь можно сострачивать, ребятки. Иду на машинку. Я решила запаковать срезы. Вот смотрите, с внутренней стороны будет вот так выглядеть. С внешней стороны сейчас я дам строчечку вот здесь по краю и закреплю строчкой, чтобы этот отворотик не выворачивался, не был в движении. Проутюжила. Теперь я сделаю подрезочку. Вот таким образом. И также этот шов не буду оверлачивать, а также запакую. Все срезы будут закрыты, входить вовнутрь. Вот так. Выворачиваю мешковину и буду строчить с внутренней стороны. Здесь от утюга есть перегиб, и буду начинать с точки перегиба. Отступив от края, ну, может быть, 4 миллиметра, можно и меньше. Прострочила, выворачиваю мешковину, вывернула. Теперь даю строчку так, чтобы срез и припуск был между краем и строчечкой. То есть запаковываю строчкой срез ткани. И предпоследний этап. Теперь закрепляю мешковину там, где я немножечко открывала ее и делала вход для того, чтобы
присоединить новый кусочек мешковины. Вот от этой точки я присоединяю строчкой, а затем иду на оверлок. Итак, работа выполнена. Ребята, оценивайте работу, пишите комментарии, делали ли вы такой ремонт, была ли полезна такая информация, такое видео для вас. В общем, оценивайте. Всем большое спасибо и до следующих видео на моем канале. Пока-пока, ребятки!